Дорогие друзья, здравствуйте! Наше с вами знакомство я хотела бы начать с чего-то очень полезного. И самым полезным для артиста балета, а также для просто тех, кто хочет поддерживать себя в форме, я считаю гимнастику Бориса Князева. Это метод, который позволяет легко восстановиться после травмы, легко прийти в форму, просто поддерживать здоровье. И смысл всего этого в том, что мы чувствуем свое тело, мы начинаем его понимать, начинаем им управлять и решать какие-то даже проблемы. То есть, если есть проблемы с суставами, если недостаточно растяжки или просто для хорошего самочувствия и настроения. Самое главное в этом методе для артиста балета – это научиться чувствовать внутреннюю поверхность бедра. Меня очень часто спрашивают, как сделать так, чтобы ноги держались на 180 градусов, не просто задирались, а потом падали, а оставались там. Очень просто. Для этого нужно натренировать внутреннюю поверхность бедра. В общем-то, весь метод Князева и построен на этом. Поэтому этим мы сейчас и займемся. Я начну объяснять, показывать, и надеюсь, всем будет понятно и полезно. Мы начнем наше занятие с разогрева. Мой любимый разогрев – это разогрев спины, потому что спина отвечает за наши ноги и вообще за все в нашем теле. Поэтому для начала мы растянем спину. Опускать спину нужно не просто, а как бы представляя, что здесь у нас некое препятствие. То есть через некий такой вот эллипс. Опускаемся вниз и тянем спину. Надо ощущать растяжение здесь. Ноги вместе. Также медленно возвращаемся, ставим ноги на ширине плеч и идем по кругу. Очень медленно растягиваем спину. Делаем полный круг. В одну сторону. И в другую сторону. Затем мы ставим вот в такую позицию и просто наклоняемся очень ровно. Должен раздаться характерный щелчок здесь, но у меня он уже не раздается, потому что я растянулась. То же самое с другой стороны. А затем также на ширине плеч ноги, и мы тянемся вперед, опуская голову вниз, просто вперед. В профиль это должно быть примерно вот так. Растягиваем руки, а ноги в другую сторону. Можно с музыкой будет? Сейчас покажу с музыкой. Первое упражнение, которое мы сделаем лежа на спине. Нам для этого не нужен никакой коврик, ничего вообще нам не нужно, кроме пола. Просто легли, вытянули ноги. Мы будем поднимать колени и будем поднимать тело вместе с коленями. При этом мы будем сохранять ровность спины сзади. Ни в коем случае не делать так и не выгибаться слишком сильно. Просто ровная спина. Опускаемся, поднимаемся. Затем, поворачивая ноги в сторону,
для разогрева спины. Очень важно вместе держать колени, ни в коем случае не делать так. Затем мы будем проглаживать пальцами пол. Пожалуйста. Упражнение можно повторить дважды или даже трижды, но в принципе одного раза тоже достаточно. Дальше мы переворачиваемся и делаем то же самое обратно. Ну, почти то же самое. Повторить два или три раза, по желанию и по возможности. Первое – батман тандю на полу. Отлично. Суть упражнения в том, чтобы начали работать вот эти мышцы. Это и есть внутренняя поверхность бедра. Это то, что будет помогать нам держать ноги высоко, не терять высоту и в целом, в принципе, заниматься балетом с пользой для здоровья, а не во вред. То же самое обратно. На самом деле, если сделаете это один раз, мало вам не покажется, поэтому я не рекомендую делать это дважды, но можно увеличить порцию. Обратно, пожалуйста. Thank you.
вкратце, сейчас мы делаем такое упражнение. Это что-то вместо плие. То есть я не вижу смысла делать чистое плие, как мы делаем станка, потому что задействованы немного другие мышцы, а нам все-таки нужно сделать упор на внутреннюю поверхность бедра. Поэтому комбинация будет вот такой. Тот же размер. Комбинация также повторяется дважды или трижды. Все то же самое, еще раз обратно. Также дважды или трижды. Следующая комбинация, которую мы сделаем, очень полезна для бедер. Мы ляжем на спину и будем из положения шестой позиции поворачивать ноги выворотно и невыворотно. Выворотно и невыворотно. Затем то же самое на небольшой высоте. Затем то же самое под 90 градусов. После чего мы будем попеременно в выворотном положении опускать сначала правую, потом левую ноги, а затем раскрывать их вместе. Но здесь важно не просто раскрыть широко ноги, а свести их, чувствуя внутреннюю поверхность бедра. Вот эти самые мышцы, которые нам очень-очень важны и нужны. Лера, можно что-то, пожалуйста, подходящее для этого? Ну, наверное, то же самое. Ну, примерно, да. Наверное. Угу. Приготовились. Обратно. Когда мы делаем комбинации обратно, нам понадобится просто полотенце. Чтобы не больно было вот этими вот костяшками касаться пола, кладем полотенце. А следующее движение.
Я это сделать забыла и было больно. Так, следующее движение. Сделаем на музыку из адажио. Ну, нам просто медленно, спокойно. Ложимся в пятую позицию. Ноги вытянуты. Вынимаем девлопе на 45 градусов. Открываем, поднимаем. На 45 в сторону, вперед, в сторону, рондежам, рондежам и закрыли назад. Все то же самое обратно. Вынимаем, открываем в сторону на 45, вперед, в сторону, вперед, в сторону, вперед, кудепье, открыли, поставили. Все делаем с левой ноги. Также очень важно здесь работать не только ногами, но и прессом. Ну, в общем, как и всегда. Пожалуйста. После адажио очень полезно будет потянуться. Просто посидим так, потянем спину, ноги. Затем ляжем на спину, ноги к себе, полежим так. Примерно секунд 50. Затем близко-близко колени к себе, начинаем ноги раскрывать. На вторую позицию, так. И опускаем вниз. Так можно сделать примерно раз 7. И просто тянемся к ногам, стопы сокращенные, вот так. Лучше так посидеть около минуты. Это непросто, но полезно. Все то же самое обратно. Thank you.
90. Надо будет после этого потянуться. Предлагаю это сделать вот так. После чего очень полезно растянуть спину вот так, вытянувшись максимально вперед и отодвигая бедра назад, при этом тянуть руки вперед. Выпрямляться из этого положения лучше всего так.